Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Финикию Sidmer Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не подключаться в середине просмотра. Ну и напомню, что, став спонсором канала, вы увидите все серии сразу, а не одну в день. Приятного продолжения просмотра. Ну, Мали Буэнос-Айрес захватила когда-то. Все. Этот город стрелять не может. Ей. Я сделал это. Молодец. Я знаю, спасибо. Перс. Что ты мне... Сколько ты мне заплатишь, чтобы я не плавал и не грабил твое побережье? Разве у меня есть что там грабить? Да, но я же клетки, которые ты обработал на побережье, их все я разграблю. Понимаешь, о чем я? Каперы, каперы. Не, я понял. Еще два хода до кампуса. Строители нафиг надо. Давайте фестиваль проведем. Здесь пригород готов. А вот и время кампуса. Здесь до кампуса 5 ходов. Давайте морской порт. Так что, перс, не хочешь платить, да? А вот и постоянное затопление побережья, блин. Ну, Кахоке. Хотя, что там Кахоке? Это за курганы. Но я курганы не буду строить, ладно. Алексей, из-за твоих... угольных электростанций мне центр коммерции затопило. Да я сам страдаю. Может, 4 канализации построить. Экологическая война. В аквапарке я все построил. Четыре канализации для демократии надо. Три. Здесь покупаем библиотеку и универ. Второй уровень моря. Давайте тут
А тут вообще дофига жилья и так. Здесь давайте канализацию. В очередь поставим. Обвиним его. Осудим. Красиво, конечно, но... Мали, вот это вот место, еще мне нравится, такая в пустыне, но аккуратненькие райончики. Ну, вообще выглядит как тут голландец лидер на самом деле. 48, а у меня сколько тех? Но он впереди, с культурой у него все нормально. Так, сматываемся отсюда. Ой, а там что, перс захватывает англичанина? Или как это произошло? Англичанин. .372. Как я пропустил объявление войны? А почему я не вступился в войну? Не понимаю. Так у тебя, наверное, был союз с Англией. Ну. А, так это Англия объявила войну персу? Мне кажется, наоборот. Я видел объявление, но я не помню еще... Хорошо, а как вообще Англия. Перс захватывает его города, объясните мне? Если ты про Ньюкасл, то он на острове Перс. И что? Там гора. Как он мог его захватить, не понимаю. Короче, непонятно. Еще и в Венгрии войну объявил. Так, тут надо вот это вот все. Блин, затоплено. Слышишь вообще?
Что-то у меня долгоход не переходит. Может, я вылетел? Ты, наверное, вылетел, потому что у вас уже ход идет. Мне пока не написал ничего. Коммунизм в Нидерландах. Кто там так долго ждал про Антиохию? Он Антиохию захватил ходов 20 назад, наверное. Что вообще по счету? Ну, пока я, но вы видите, перс нехило так усиляется, мне надо с ним воевать. Есть у кого-нибудь нефть вообще? Канадец, предложение. Я контрпредложение сделал. Голландец предложение. Голландец, ну тогда денег меньше. Давай вот так. Это могу войну ему заключить, объявить два хода.
Курдызас, сейчас не протупи. Стоимость приобретения юнитов за производство. Подрыв плотины, сфабриковать скандал. Слушайте, ну давайте попробуем где-нибудь плотину тогда. В Голландии где-нибудь есть плотина? Нет, у канадцев есть. Ладно, тогда сфабриковать скандал. Какой нам город важен? Что Женева дает? Угу. Давайте попробуем тогда... Вавилон, наверное. Перс, тебе англичанин продал город? А? Чё? А, ну да, продал. Да он неплохую сумму заломил. Место затоплено, блин. Англичанин у нас уже город-государство, по сути, да? Ну, видимо, я не знаю. Зачем ему надо было продавать? Я бы его бы этим влиянием бы просто отбил бы. Нет, как бы ты его влиянием отбил? Ты не можешь его влиянием отбить никак. О, опять извержение. Урожайность опять повысилась. Зато и ремонтировать надо опять. Тут у меня техи крадет.
Нанмадол и Мехико. Так, давайте поставим бонусы центр коммерции гавани. Это уберем. Тут на содержание юнитов пока не хочу апать. Пока нету нефти своей. Как-то не очень. И ставим на соседство кампуса и промышленной зоны. Хотя, может, театральной площади лучше, а не центр... Нет, центр сосед... Давайте так. Третий уровень. Да, сейчас все затапливать будет. Все не очень здорово. Инг, ты не будешь, да, мир заключать? Ну, пока нет. Ну, если ты опять какую-нибудь гадость мне сделаешь, то я тогда тоже не буду заключать. Я не понимаю, на что ты надеешься. Все нормально? Не надеюсь? Подлодки у нас таким юнитом какого эпохи нового времени считаются? Вот, этого надо подводить к ним флотоводца. Плотины в срочном порядке их строить где возможно. Тут не надо. Тут не надо. Так, нужна плотина. И кампус. Смена. Фигачим кампус в Акко. Проблема в том, что плотины не покупаются. Блин, 14 ходов. Трындец. Двадцать пять ходов. Вообще без вариантов, по-моему. Так, у нас где-нибудь еще есть? Это художественный, не только музей. Этого отвязываем. Блин, надо его... Не прокачал на плюс 50 к... Перс, не хочешь дань заплатить? Нет, не буду платить. Нихай, будешь как великий нехочуха. Не, Крис, а что это ты уже какие-то деньги мне даришь? Я не понял, кстати. Вот была клетка, откуда я мог... Единственная клетка вот рядом с Берутой, откуда я мог Ливерпуль отстреливать? То ли затопило, но если затопило наоборот... Так нет, если затопило наоборот же, я должен дальше, по идее, а тут получается... Не, по затопленным плавать нельзя. А, то есть это была... Просто морская клетка, она стала затоплена, так? Или... Нет, это была клетка суши, видимо, и стала затоплена. Нет, я просто обстреливал с линкора. Вот, потом что-то произошло, там вот эти две клетки прибрежные стали затопленными, а я больше ниоткуда не могу обстреливать. То ли культурный захват клетки произошел. Объясни, как ты не можешь обстреливать линкорами, если ты до этого обстреливал линкорами? Что? Ну, либо, смотри, это вот твой город культурный захват клетки сделал. А, ну Берта. Да. Ну да. А, ну, видимо, так.
что там затоплено, не затоплено. Не, слушай, зачем англичанина захватывать? Объясни мне. Но Петренко, давай ты помиришься с англичанином, иначе мне придется тебе войну объявить. Потому что он мой союзник, я ему караваны отправляю. Ну окей. Помирись, пожалуйста. Кто англичанин убьет? Просто англичанин даже не предлагал. Ну я так понимаю. Так, а кто, кстати, бьет? Канадец. Канадец бьет. Я уже молчу о том, что тебе нету смысла эти города захватывать, ты их не можешь просто удержать даже. Они будут отваливаться либо ко мне, либо к персу. Зачем обстреливать? Но он не хочет с тобой мириться, я так понимаю. Ну, смысла мне захватывать тоже нет, если... Ну все, просто отойди оттуда. Так. У нас в этой игре Финикийская империя, США, полицейские всего мира. Да нет, мне пофигу, где там что происходит. Главное, англичанина, которыми караваны бегают, не захватывайте. Ух ты, в Карфагене прям сильно, нет? Минус 2 всего. О, на третьем уровне платина уже не спасает вообще никак, да? Она в любом случае спасать должна. Может, ты построить не успел? Не успел ее построить, а это не стоит. Че, некуда размещать, что ли? Лептис Магна, ну. А, вон я не вижу. A lady's imagination is... Топим. А что делать-то? Караванчик. Так, сфабриковать скандал. Слушайте, я ускорил, кстати, в итоге. Да, ускорил. Сейчас демократию возьмем. Ну, тут уже космосом не выиграть, слишком медленно. Ну, а медленно идем из-за того, что вот у нас такие архипелаги. Тут, в принципе, могла быть хорошая наука только у голландца, но он тоже как-то странно, честно говоря, ее развивает. У него должно быть больше науки. 439 тоже неплохо. Ну вот, видите, 10 науки. Но он взял монументализм тоже, как и я. У него очень, очень неплохое место, как для голландца. По моему мнению. Курдезас. Шпиончика. Продашь моего обратно? И что ты хочешь предложить взамен? Ну, деньги. Ты посмотри, может, тебе ресурсы какие нужны. Не знаю.
Но если я, например, объявлю войну, и ты меня поддержишь, если что, то есть не будешь нападать на спину, то я не против. А кому? Например, Канаде. Ну, хорошо. Так, оставляем так, как есть. Какие еще последствия есть, кроме того, что уровень моря поднимается? Я имею в виду то, что он топит. Блин, ну нахера я туда влез? Мне кажется, этого достаточно. В лес капера, мне его убили. Know your own happiness. Да. Я думаю, что плотину уже можно не строить тут. Вот это из-за затопления. 30 ходов — это просто очень долго. Надо что-то делать с плотинами в этой игре, потому что, ну, это какой-то... Вон, голландец тоже строит, но... Вряд ли успеет. Хорошо, у меня не затапливаются мои основные города. Вот Тир и Сидон. Они нормально стоят. Отойду пока. Ну да, в общем, компьютеры теперь самая важная теха там этого нового времени, информационная или какая-то там. Из эпохи атома. Не говоришь, у меня Окленд какой-то фильм? Нет. Черта. А это что у него тут было? Буровая вышка. Интересненько. Чуть караван отправил. Курдезас, так ты что там шпиона отдаешь, нет? Это предложение. Отдавай-ка шпиона взад. Ну и мы дружбу можем объявить, кстати. Yes.
Так, демократию взяли. Что-то мы очень медленно идем, как мне кажется. Ну ладно. Так, этот у нас беспорядки. Библиотека. Покупаем универ. Покупаем лабу. А так все-таки тут строится плотина в Карфагене? Может и здесь строится теперь? Нет. А в Тире? И в Тире нет. Что за подстава, блин? Сейчас Карфаген будет затапливать, это плохо будет. Да, уже ход заканчивается. И где вот тут плотина строится, я не пойму. Прикиньте, я Ньюкасл Апон Тайм не могу разрушить. Потому что я мой союзник. Прикол. Подожди, ты договорился, что кто-то заключил мир с Англией, чтобы самому напасть на Англию? Нет, в смысле, почему я напал? Я только что забрал город Персы и отдал город Англии. В этом районе. Курдезас, уважение дружбы, прими. Так, что по науке? Ну тут голландец, конечно. Ну, неужели он хочет попробовать улететь? Ну, ракетостроение он не открыл. То есть все-таки атомки. Мне тоже в атомки надо выходить. Я просто сначала в плотины решил выйти. То есть, это вообще войсковые бригады, вот это вот все. Так, ладно, хватит тут каперы терять.
Вот еще можно районы пограбить. Что брать тогда отсюда Мокшу, лучше в Акко посадить. Ну, как бы это потерянный город в некотором смысле. Или Варму. Давайте Варму даже лучше. Еще могу одного построить. Так, перемещение, сюда похитить. Ожидание задания. На что он тут прокачан? На спровоцировать беспорядки. Давайте шпионы тогда еще одного. Здесь уплываем. Нужно еще этих флотоводцев как-то поиспользовать. Это бесполезно. Плавают. Да, ну вот как же так инк плохо... Все так плохо расположены, мне как бы и захватывать некого, но может... Может этого... Все-таки... Англию... Кордезас, и там еще тебе союз кинул. Чтоб караванчики жирные были. Так, Женева, Вавилон. Ачивка за то, что Стоунхендж затопило. Прикольно. Так, ну тут вот построится. Блин, тут так затапливает вообще конкретненько. А можно еще раз? Или на одном? Только один раз можно использовать. Ой, это моя каравелла тут плавает. Так, что у нас тут с инком? О, плюс 60. Давайте-ка используем. Сейчас я буду там морские караваны инка грабить. А тут еще может быть и у перса что-нибудь.
Перс вообще ни с кем не в союзе. Интересно. Так, стены, военный лагерь, развлекательная площадь, театральная. О! Давайте, наверное, национальный музей поставлю. Очень сомневаюсь, что у меня будет возможность. Так, а что с нефтью, между прочим? Есть нефть. Отлично. Больше нигде. Ну вот еще нефть, я вижу. Может, а город пойти поставить? Кстати, неплохая идея. Прям на эту нефть. Почему нет? Вряд ли мне что-то финикийц может сделать. Я так неплохо науки поднял. Ехал куда-то. Смогу я его убить, интересно. Инком. Добили и грабим путь. 112, нормальненько. Ой. Вот это зря. Так, надо карточку ставить, чтобы там накапливалась нефть и что-то там еще. Блин, везде уже. Да. Летучий отряд умер. Единицы лояльности. Такое немножко бесполезное, конечно. Слушайте, ну вообще по затопленным клеткам плавают юниты. Так что зря вы так. Так, купим поселенца. В Карфагене. О, здесь надо. Так, здесь давайте купим тоже центр вещания. И в очередь. Не забывать на проекты нажимать. Да, ну вот тут, конечно, Берута. Жалко, хороший город. Но все затоплено. А вот где в Карфагене это? Не понимаю, где она построилась. Военные лагеря никто не строил вообще. Кажется, неправильно здесь не строить военные лагеря. Как-то должно быть накопление.
Странно, я Теслу больше нигде не могу использовать. Но можно удалять, видимо. Так. Прямо на нефть ставим. Да, я думаю, можешь уходить, англичанин, но... Не будем же мы его держать с двумя городами, правильно? Да нет, не буду. Спасибо за игру. Спасибо. Спокойной ночи. Ну, мне надо эти города англичанина захватывать, только я не знаю, когда у нас там... Союз, наверное, долго будет еще. А, 9 ходов. Так, мне нужны какие-то юниты с моря, чтобы Лондон захватить. Фига себе. У Мали деньги крадутся. Кто-то меня похитил 1000 монет. Да, это я. Я, конечно, офигел. 1000 монет. Ладно, пойдем к войне подготавливаться с англичанами. Сначала Ньюкасл захватим, потом будем Лондон обстреливать. А мне... О. Вавилон. Нет, тут надо перекупить такие. Вавилон мне нужен. Опа. Вот это опасно. Инг, ты вылетел. Нажали на паузу. Так, смогу ли я этот... Да, вроде как смогу. Варварский, блин. Как могут быть у варваров линкоры? Это какие-то только эти восставшие... Ну, восставший. Просто вот. Предложение закончено. О, у меня угля не хватает. Прикольно. Идем в расщепление ядра, потом в подводные лодки. Блин, 15 ходов плотина, может уже забить? Ребята, почему вот это вот не затопляется, а там затопляется все? Как-то... Интересно, тут реализованы эти клетки. Так, в Бальхе давайте
гадить. Опа, вор. Пожалуй, уедем отсюда. Сколько там осталось до окончания союза? 7 ходов. Три на юниты тратится, а 6 накапливается вход. Блин, мне надо карточку поставить. Так, давайте откроем оперу и балет. Потом охрану природы, потому что тут послы. Ого, ничего себе, минус 11 мощи от дефицита ресурса угля. Канадец, что-то так плохо. Да, затопило. На этом пока все. Продолжение партии за Финикию спонсоры могут уже сейчас посмотреть, а все остальные увидят завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!